ежегодное предварительное комплектование штатных школ и детских садах. Новое формирование бюджета идет с 1 сентября. То есть мы в школах и детских садах живем учебными годами. То есть с 1 сентября идет новое комплектование на новый учебный год. Поэтому в рамках предварительного комплектования уведомления получают все сотрудники о возможности изменения их заработной платы, их нагрузки, если учителя, то это учебные часы, если воспитатели идут ставки. У нас в этом году серьезная демографическая, ну, яма даже, можно так сказать. У нас очень большое количество дошкольников идет с минусом. То есть если мы берем с сентября 23-го года, то есть с того комплектования, которое началось, вот и этот учебный год мы продолжаем, то с учетом нового комплектования с 1 сентября 24-го года мы теряем 1000 воспитанников. Ну, теряем в переносном смысле. То есть на меньше на 1000 воспитанников в дошкольных учреждениях. Если вы это переведете в группы, то вы видите, какое количество пойдет за минусом дошкольных групп. В некоторых детских садах мы вообще не будем осуществлять набор. То есть нет ясельных групп, нет заявок, нет, то есть нет потребности в формировании групп. Соответственно, если воспитатель выпускает старшую группу, выпустил в школу, а новую группу он не набирает. Соответственно, у него нет нагрузки. И этот воспитатель однозначно попадает под сокращение. Точное количество мы узнаем только в августе, потому что сейчас это идет предварительное комплектование, не надо устраивать панику. Мы не знаем, сколько детей мы будем иметь в августе. Идет движение, переезжают с одного микрорайона в другие. В каких-то детских садах идет уменьшение, в каких идет, наоборот, укрупнение. Поэтому истинную картину мы увидим только в августе. На сегодняшний день точных цифр у меня нет и быть не может. На сегодняшний день какая нехватка, может быть, воспитателей есть в других детских садах, и, может быть, их можно будет как-то перевести, чтобы все остались с работы? Нет, нехватки воспитателей у нас нет. Мы в прошлом году уже эту нехватку убрали за счет того, что меньше также было групп при наборе. Соответственно, те воспитатели, которые нуждались, они встали в ноги. Два воспитателя идет на группу, и один младший забирает.